Здравствуйте, уважаемые телезрители! Недавно в фонд общества книгачей межпоселенческой библиотеки поступил новый роман Алексея Иванова «Тобол». Алексей Иванов – разносторонний, самобытный писатель и сценарист, создатель неповторимых художественных образов. Его перу принадлежат более десятка художественных романов. Стиль прозаика меняется от книги к книге. Все его проекты разнообразны и по форме, и по содержанию. Слог и подача сюжета настолько противоположны, что несведущему читателю трудно понять, что автором романов «Сердце Пармы» географ глобус пропил и ненастье является один и тот же писатель. «Тобол» – исторический роман в двух книгах. Первая – «Тобол много званых», вторая – «Тобол мало избранных». В центре их – Петровская эпоха и ее крутые преобразования, которые не сразу, но докатились до Сибири и до ее тогдашней столицы Тобольска. Это сага о приходе в Сибирь европейской цивилизации. Роман наполнен большим количеством сюжетных линий, интересными героями, исторически-географическими фактами. При этом читается достаточно легко, хотя и заставляет задуматься. Говоря о покорении Сибири, обращении в христианскую веру язычников, взаимоотношениях России с Китаем или проблемах централизованной власти, Алексеев приправляет свой рассказ то шаманской магией, то приключениями в лучших традициях Генри Хагарта. Сам автор называет свой труд роман «Пеплум». «Пеплум» – это жанр киношный, большой фильм с множеством действующих лиц, масштабными историческими событиями и батальными сценами. Так как я пишу роман по собственному сценарию сериала, и это действительно многофигурное и во многом батальное произведение, то его вполне правомерно так называть, говорит автор. Уважаемые телезрители, есть повод встретиться в межпоселенческой библиотеке по адресу город Искитим, улица Пушкина, 40.